Играет слева, поэтому они в одном кадре. Но бегать, свистать, показать. Бои отыгрывает на фланг. И видим, что Андер Эррера для начала именно там расположился. Один из 37 последних матчей только дома проиграет ничью. Вот такие дела. Зума. А вот нам показывают Азара и рядом с ним Эрреру. Прямо по всему мяча к чужим воротам. Посмотрим. Во всяком случае. Эррера. Слева там Янг включаться начал, но рассчитывая, что прямо на пятой минуте проток играл Ливерпуль, вот только что недавно сыгравший с Вестбромом. Я вам не скажу, но Тоттенхэм 21-й. Так, пожертвовал мяч 21-му. Эррера делает шикарный пас. Маркус Рашфорд открывает. Бегать от громадного центрального защитника. Скажите мне, кто с колодок выиграет за Маркус Рашфорд или Златан Ибрагимович? К чему бишь я это? А сработал. Но тут линия офсайда проведена. Пусть, как говорится, болельщики спорят. Там, конечно, неспешно. Манчестер владеет мячом, но ситуация это другая. Эррера. Включается Валенсия. Давид Луис. Азар. Передача назад. И дальше просто заброс на... На футболках уже рядом прессингом мяч. У Челси. Не Челси. Но он продолжает оставаться с мячом. Чуть-чуть не хватило. А схема, видите, со сдвигом Андре Эрреры и в центральный круг. До мяча, оказавшийся там Аспилик. В своей зоне, да, пожалуйста, аккуратный. Пался слева. Ну, уже методом исключения, что Аспиликуэта... А Манчестер в четверг играл, пытался обыграть, ничего не вышло. И Манчестер переходит к атаке позицию. Ну и надо бросать. Канте. Диего Коста. Пытался сразу сообразить, он не торопится. Манчестер вышел. И опять, видите, какая ошибка. Пас на фланг, Аспиликуэта, туда уже Азар. Валенсия. Педро. Вот там примерно. И туда мяч заправляется. Так тут же соперник все это дело гасит. Когда такое было, чтобы у Канте мяч отобрали. И Андер рывает второй с рикошетом. Но... Поскольку только... Они выяснили, то что мяч просто отскочил. Филаини так играет во всем 90 минут на поле. Но опять-то обращу внимание, что не... Эррера. Но это опять же пока. Челси лидер чемпионата Англии. Как это скажется на качестве подачи? Неплохо сказывается. Неплохо. Диего Коста рвется к мячу, но его опять не... Это пока у Манчестера, так сказать, Лиги Европы, я не убежден, что удается восстановить. Если считает Джозеви, что все безопасно по счету и по сути, в обычный режим перешли. Педро. Продрог да промок. А на самом деле, конечно, он очень доволен.